Помоги мне. А всем привет, свои данты. И сегодня продолжаем играть по Хайки Абдрисе. Ну и продолжаю, в принципе, то, что я говорил буквально в предыдущей серии. Насчет людей, какие они вообще. Если так подумать, вот помните себя, наверное, ну, лет 5 назад, каким вы были? Вы не вспомните. Вы не вспомните вообще. Спросите родителей своих. Если вы все еще, не знаю, ребенки и живете с родителями. Не без родителей. Вот спросите. Вот как вы отличаетесь от того времени и от нынешнего? Если никак, то поздравляю. А если в хорошую сторону, то, то уже можно... Единственное, что сказать, это... Молодцы, если изменились. Если не изменились, это... Это уже все. Пожизненно, можно сказать. Вы уже не изменитесь никак. Я считаю, надо быть добрее. Мне не хватает гнева. Вот говнарям и тупым вот людям, которые не ценят ничего, а ценят только себя. Не ценят людей, не ценят никого. Вот их стоит, я считаю, не, там просто изничтожать. Вот просто изничтожать, вот брать. За то, чем они... воспроизводится, то есть его еще не появляется, и просто отвязать это нафиг. Каким надо быть идиотом? Вот каким? Я понимаю то, что, например, человек понимает, что он идиот. Когда он не понимает и говорит то, что я там чуть ли... Не уж у всех все идиоты. Я, например, это не считаю. И не скажу то, что я это знаю, потому что, блин... Это я сам про себя говорю, то, что... Что я идиот. Я никогда себя не считал особо. Я более так считал. Да и то не особо, как я подумал. Философы, они размышляют о всем и вся более-менее адекватно. Я... Не очень так. Хорошо и адекватно, наверное. Редко кольцо, один к силе. Угу. Восполняет, окей. Чисто родитель. Это лучше или хуже? Ну, если чисто ради ХП. Ну, в принципе, на особо разницы я не вижу. Ладно, пошли дальше. Впрочем, что я хочу сказать, надо... Надо быть более нормальными. Не надо пытаться показать то, что ты там... Не знаю, ну... Лучше кого-то. Зачем? Будь собой и все. Радуйся жизни и не мучайся тому, то что там у тебя что-то нет. Со временем. Казалось, там в это степень верить не верить, честно говоря. То, что я сам говорю. Если так подумать, то... А если так призадуматься, если самому себе не верить, то кому еще тогда верить? Кроме самого себя, ты уже не можешь никому
наверное, доверять. Вот ты сам себя не обманешь. Тут ты знаешь, ты обманываешься или нет. Ты искренне это. Скажем, я не знаю. Я не позволю тебе вернуть Леорика. Говоришь, и так. Чисто сам от себя отрекаешься. От того, что ты говоришь и так далее. Там. Не знаю еще что сказать более-менее адекватно и нормально. То, что более-менее адекватно и нормально, в моей голове уже все нету. Я бы сказал все, что я думал и хотел сказать, наверное. Тоже быть чёртовым уже давно не модно. Быть крутым не модно. Умным самое. Ну, а еще самое вообще, наверное, прекрасное, это быть нормальным человеком. Да, нормальным человеком быть самое, ну. И не быть всякими придурками, которые считают то, что они крутые. Как это, заниженное самомнение плохо, завышенное плохо. А какое самомнение самое оно? Нашла корону. Сказать по правде, я не думал, что ты вернешься. Я прям таки не знаю. Она сломана. Сейчас все починю. Приятно снова взяться за работу. Готово. Навехонькое. Как в день, когда короновали Черного Короля. Мне нужно занять чем-то свои мысли. И ковка лопат мне не поможет. Я должен найти новый смысл жизни. Тогда присоединяйся ко мне. Мой путь труден, награда ничтожна. И, скорее всего, ты умрешь. Да, в этом есть смысл. Хотя звучит жутко. Зато мир сможешь посмотреть. Да, и у меня печальные новости. Твой подмастерье убит. Эх, этот глупый мальчишка меня никогда не слушал. Но он был хорошим парнем. Спасибо за вести. Да. Да, я, наверное, очень старый закалки человек, который сам себе думает, верит тому, что я сам говорю, или нет. Да. У меня тут накопал кое-чего интересненького. Вообще сейчас не настроен ни на что. Да. Хотя ладно. Все, что не делается, все кушаем. Все дерьмо. Продолжаем. Так. А что я хотел? Я что-то мощное хотел. А. Эй, ты. Я что-то у тебя хотел. Я что-то у тебя видел хорош. Тикс. Надеюсь, будет мощно. И. Ну. Ой, ёшкин-отрюшкин. Ой, ёшкин-отрюшкин. Пипец. Ладно. В общем, давайте. Попытаюсь. Блин, вот я не знаю, меня сейчас слышно или нет. Потому что я...
Так, ладно. А, нормально. Я думал, то, что у меня наушники все в небытие ушли. Потому что я напротив-то наехал, и все. Я думаю, ну все, капец уже настал наушникам. Как это... культурно не выразить, но, мать она, еще можно. Заткните уши, кому... Кто младше 16? В общем, пиздец подкрался незаметно. Корона у меня. Наконец-то! И никто не заткнул в итоге. Если... Ой, блин. Извиняюсь. Счастья, которые обрушились на эти... Блин, очень случайно. Наконец-то теперь сможет перечислить... сейчас, в общем. Скажите. Корона у меня. Наконец-то теперь ты можешь снять печать с двери в комнате, где ты спасла меня, и войти в королевские гробницы. Тогда ты найдешь королевский где-то, возможно, корону ему на голову и уничтожишь его. Если это поможет мне найти упавшую звезду, я сражусь с ним. Да. В общем, я случайно пропустил, что, ну, можно, в принципе... Вот корона еще раз. Наконец-то! Теперь ты можешь снять печать с двери в комнате, где ты спасла меня, и войти в королевские гробницы. Когда найдешь короля скелета, возложи корону ему на голову и уничтожь его. Если это поможет мне найти упавшую звезду, я сражусь с ним. Окей. Так, изучите все понятно. Так. Может, теперь вот пообщаться, но не буду. Так, окей. Как это будет выглядеть? Ну, двуручная в одной руке, это мощно, я вам скажу. Это сразу, по сути, статы поднимаются прилично так-то. Если подумать. То гораздо мощнее становишься. Реально. Так. Зал Риорик. Кстати, прикольно выглядит. Только чуть, по-моему, помедленнее перестал. Открывайся. Собор уровень 2. Так. Ладно. Наконец я ушел вот. Стены насчет дивизии. Выигрываюсь это все. Я высказался, я доволен. Кому не нравится, тот может купить. Кто считает по-другому, то дальше так считает. А я считаю так, как я считаю. Эй, ты иди сюда. Вот из-за тебя я гораздо меньше, понимаешь, ты смертный. Почти бессмертный этого. О, я предвижу славную битву. А я вижу... Кстати, меня одной и той же битве говорим. Охотник на демонов. Нормально.
Я не думаю, что такие даже вещи бывают. Не, ну конечно я видел. Именно оружие, там, щиты. Знаете, чисто определенно. Но не думал, что одежда будет только для. Ну. Я имею в виду то, что спел, ну, эти добавочные возможности, ну, не добавочные возможности, а эти, там, типа, бонусы к умениям. Я вознаграждена за свою веру. Не будут идти и все. А тут, оказывается, ничего подобного. Так, освященный молот. Все еще щит. Ослепленный противник получает повышенный урон. О-о-о! Нормально. Вот так. Нормально. Не буду врать. Но это прикольно. Есть идея загнивающая, к тому же требует. Вот только не говорит, что такие. О, ой-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 ой. Вот это подвогнуло, точно скажу. Мощно. Пинг, кстати, у меня сейчас показывается заоблачный, но он сейчас нормальный, я вам скажу. Это я могу точно убить. О! Это мы. Ты со мной? Скорее всего, какой-то магазин. Я имею в виду это по руку. Я не сдамся! Мое время еще не пришло! Сейчас атаковать, что ли, меня будет? Как я угадал? Ну да, я нормализовался. Пинка риск. Ладно. Окей. Это интересно. Какие-то немощные враги попадают. Я какие-то не... вообще немощные, что ли, что ли. А они как будто, не знаю, 20 лет враги. О! Мощчину и суден. Куда иди? Не, ну молот это не оно. Да? Он хоть мало затрачивает ненависти, можно до 10 или 11 топоров за раз скинуть. Ну... Но что-то не рулит, я вам скажу. Вот широкий размах еще более-менее. Что-то мне в последнее время начинает нравиться близнецы.
Раньше обожал дальников, сейчас как-то начинаю потихонечку переходить на ближников. То, что, наверное, я начал понимать прикол ихний. Уверен, во всем повинен Лазарь. Пользуясь доверием короля Леорика, темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть. Так, 15 метров уже, да? Ну, я скажу, прилично такое расстояние, так-то здесь. Это считай, как у охотника на демонов балас. Только как-то более эффективно работает. Не знаю, что это точно скажет. Более мощно, во. Смог тут подобрать такое слово. Так вот побольше бы гнева. Для атака вообще было бы прекрасно. А то, господи, тратится он, как будто его и не существует. Я так понимаю, надо возвращаться. Ну, вот, кстати, я заметил... А, нет, не надо. Я, кстати, заметил, вот, реально, в Диабле некоторые места очень похожи на предыдущие. А ты сразу не поймешь, что... Что-то не знаю. Как много вас есть. Так, собор, третий этаж, точнее третий уровень. О, о. Продолжайте ритуал. Аве магистра. Аве магистра. Да мне пофиг. Аве магистра. Вам я это не мучу, ты че? Я вернусь к своей миссии. Кто ты? Скоро узнаешь. Если поможешь мне найти мои доспехи и оружие, я щедро тебя вознагражу. Скажи. Что привело тебя в это проклятое место? Хочу мои ноги. Я тоже. Как это есть? Как я посту, поговорка и посту. Больная голова ногам покой не дает. Блин, я забыл. Спокойствие. Да, по-моему, спокойствие. Спокойствие вроде больше вроде не дает. Ну, не помню, хоть убей. Откуда она взялась? Тут упала звезда, которую я должна... О! Это... А чё так плохо бьёт? Не, ну понимаю, там этот жёлтый тварь. Мне не хватает... Иван. А чё ты такой-то бьёшь? Сюда иди. Сюда иди. Мое оружие здесь.
Он вырвался, не встайте с этим оружием. И такие отлика сразу резко сварили. А это просто так, стал уже без истории у него. Что воли, что не воли. Меня зовут Кормак. Я воин из Ордена Храмовников. Если ты ищешь короля скелета, то тебе не удастся избежать встречи с Йондором. Нам было бы разумно держаться вместе. Хорошо. Так бы не сказал, честно говоря. Да, может, туда прям прыгнем, а? Там вроде падать недалеко. Не хочешь, да ну ладно. Ладно. Давайте на этом закончим. Продолжим в следующей части. Спасибо всем, пока.